Друзья, мы открываем байкерский сезон 2015 года, в наш юбилейный год десятилетия First Moscow Chapter, первого московского чаптера России. Этот год для нас знаменательный. Мы отмечать его будем в Абхазии 4 июля. Мы приглашаем всех наших друзей принять участие в нашем юбилейном торжестве. Что бы еще хотелось сказать в этот прекрасный день открытия байкерского сезона? Чтобы все было у нас удачно, безаварийно, и мы как открыли этот удачный год, так и закончили. Спасибо. Будьте здоровы. Желаем своему любимому клубу сплоченности, роста, дружбы. Я говорю дружбы, и чтобы, как говорится, мир во всем мире был. Ребята, в этом сезоне я хочу пожелать вам кататься без проблем, получить удовольствие, посмотреть много нового. Будьте перфекционистами, ездите аккуратно, но весело. Желаем клубу процветания, много интересных поездок и большого кайфа от управления мотоциклом Harley Davidson. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Чаще собираться, чаще и дальше ездить. Больше приятных лиц, которых иногда не хватает. Хороших дорог, новых друзей. А главное, не забывать про безопасность и чтобы все было в кайфе. Как говорит наш президент, главное, чтобы хватало тормозного пути. А все остальное там. Ровных дорог, веселых тусовок. Присоединяйтесь к оратору. Так собирались, так открывали сезон и все время катались все вместе. Интересных поездок, наверное, в текущем сезоне. Сезон, если считать первый год, когда я сел на Harley Davidson, я начал ездить сразу на Harley, и тяга к этой марке, к этим мотоциклам, она у меня была уже очень давно, и мотоциклом вообще с самого детства. Потому что мотоцикл — это отдушина, это тот мир, в котором нету ничего плохого, все хорошо, друзья, красивые женщины, мотоциклы, что еще надо. Чтобы так было всегда. What a drag it is getting old.
day to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She's still four more. What a drag it is getting old. Well, show me the way to the next whiskey bar. Внимание, следующий вопрос. 93-й год, Соединенные Штаты Америки, Великая депрессия. И вот самая низкая стоимость в истории Харли Дэвидсона в эти годы. Харли Дэвидсон стоил, внимание, ответы. Он мог стоить $2100, $550, $1000 и $195. 2000, ставки, Ника. 195? А какая? 1000. А кто сказал 195? Поднимите руки. Давайте поаплодируем, действительно. Ребята, это был 1922 год. 22-й я не мог это сказать. А ну, друзья, я немножко вас расстрою, потому что если сейчас перевести это на... Внимание, следующий вопрос. 93-й год. И три, четыре!